Всем здравствуйте. Герой сегодняшнего видео – лучший казахский дзюдоист, чемпион мира, серебряный призер Олимпиады и настоящий дзюдоист с традициями. Его имя – Ельдос Бахтыбаевич Сметов. Он родился 9 сентября 1992 года в городе Джамбул, Казахстан. Ельдос Сметов является примером для многих дзюдоистов любой возрастной категории. Для меня это один из лучших дзюдоистов современности в весе до 60 кг. Ельдос Сметов – это тот дзюдоист, который показывает, что такое настоящее дзюдо. Он проявляет уважение к каждому своему сопернику, всегда пожмет его руку, либо обнимет и поддержит. Это и есть дзюдо. Это то, что хотел видеть основатель дзюдо Дзигоро Кано. Прежде всего уважение. Ведь соперник – это тот человек, благодаря которому ты сегодня чемпион и победитель. Сметов очень верующий человек, он мусульманин, у него есть семья и дети, ему есть ради кого завоевывать мировые вершины дзюдо. Спортивный путь Ельдоса начался всего в 5 лет. Тогда его отправили на секцию дзюдо, потому что этим видом спорта занимался его старший брат Жандос. Уже на следующий год, в возрасте 6 лет, Ельдос выиграл свой первый чемпионат. Учебу в школе он активно совмещал с тренировками и соревнованиями, а к ее окончанию любительское увлечение дзюдо превратилось в профессиональное занятие. После 11 класса он поступил на факультет биологии и биотехники в Казахский национальный университет. За хорошие результаты и достижения как дзюдоисты следующие. Золото на чемпионате мира 2015 года, золото на чемпионатах Азии 2014 и 2016 годов, золото азиатских игр 2014 года, серебро Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро и бронза чемпионата мира 2019 года в Токио. В чем же секрет успеха, многие могут спросить? Но никакого секрета нет. Ельдос Сметов тренируется каждый день по несколько раз. Только тяжелый труд и вера смогут поднять тебя на вершины. Если проанализировать соцсети дзюдоиста, можно заметить, что у него практически нет видеотренировочного процесса. Это немаловажная деталь профессионального спортсмена, вследствие чего он может удивить соперника непосредственно в схватке. Ельдос Сметов продолжает держать высоко взятую планку. В 2020 году он уже успел завоевать бронзу на престижнейшем турнире Большого шлема в Париже. Сейчас Ельдос Сметов усердно тренируется и готовится к очередным чемпионатам. Его главной целью является Олимпиада в Токио в 2021 году, где я его считаю несомненным фаворитом в борьбе за медаль. На данный момент в копилке дзюдоиста больше 15 наград, завоеванных на республиканских и международных состязаниях. А на сегодня это все. Спасибо, что посмотрели. Оценивайте мое видео, пишите комментарии и предложения. Всем до скорых встреч!